Не надо меня кусать. Сейчас кто-то упадет. Ой, ты какая злюка. Ой-ой-ой, злая какая лиса. Пошли, иди сюда. Иди играть. Нет, какой играть, если там еда? Ай-яй-яй! Ага, все-таки играть. А тут у Алисы любимое место. Почему-то, я не знаю почему. Здесь лед. И она именно на этом месте любит валяться и играться. Ну? Ой. Вот первый снег нравится, как видно. Кто-то занимается йогой вечером, кто-то смотрит телевизор, кто-то пьет пиво, а Алиса сидит на камне. Очень интересно. Около пруда на камне восседает. Это такая стандартная манера у нее медитации. Причем на одном камне сидит ее хвост, на другом попа, а на третьем лапа. Наблюдает за своей территорией. Кстати, снега много выпало. Шикарно выглядит. Вот так она меня встречает. Ну, точнее, она не меня встречает, наверное. Мне-то она говорит, проходи мимо. Вот, все. Вот там моя... Нет, общаться не будешь. Пакет с едой. Ну ладно, еще одну. Это будет последнее. Все, сегодня больше не получишь.
И Макс такой за риской. Та-та-та-та-та-та-та потихоньку. Ты все ищешь? Прекращай уже, ты ж поел. Ой. Ну все, побежала. Увидимся на кухне, как говорится. То есть до этого ты все прятала, а сейчас демонстративно при мне ешь. Все? Куда? Опять? Пойдем, пойдем. Ну все, Алиса остается. Пойдем. Будет сторожить пакет. Холодно стало, и все мысли начали крутиться вокруг еды еще сильнее, потому что надо себя греть. А, снег. Снег пошел. Да? Тебе нравится снег? А, я думаю, нравится. Первый день, первый снежный день, наконец-то. Можно в снегу покупаться. Какие планы на день?